4, 3, 2, 1, старт! Праздник для любителей здорового образа жизни. В Самаре состоялся фестиваль «Бега королева спорта». Традиционно он объединил участников разного возраста и профессий. Испытать себя в праздничный день решили более 1700 человек. Не обошлось без новинок. В этом году у нас новая дистанция. Если до этого мы забеги устраивали по Волжскому проспекту, сейчас мы осваиваем площадку набережной, которая не менее так красивая, да, красочная. География вся России. Как традиционно, также к нам приезжают гости из Казахстана, поэтому мы все-таки соседи здесь. Так что, можно сказать, практически международный формат. Каждый спортсмен мог выбрать дистанцию себе по силам. Малыши 600 метров, взрослые 3, 5, 10 километров и полумарафон 21 километр. Также все желающие традиционно пробежали Самарскую милю 1586 метров. Также в программе соревнования по северной ходьбе и эстафета «Мама, папа, я» спортивная семья. Все возрасты покорны. В общем, праздник у нас сегодня получился прекрасный. И самое главное, что даже погода ветреная, но она способствует той прекрасной обстановке, которая есть сегодня на нашем празднике. Кульминацией фестиваля стал костюмированный забег. Юлия Гуцу – мастер спорта по спортивной гимнастике, но вот уже несколько лет занимается бегом и участвует в костюмированных фестивалях в разных городах. В том числе не первый год пробует себя и в Самарской королеве спорта. Просто мне в какой-то момент стало скучно просто бегать. И костюмированный забег – это какое-то такое мероприятие, оно отличается от всех остальных забегов. То есть ты не просто в каком-то спортивном костюме бежишь, то есть ты здесь можешь проявить свою фантазию. И я всегда сама придумываю себе костюмы. Это женская версия просто костюма из фильма ужасов. Вот, но я переделала его немножко под девочку, чтобы он стал более такой добрый. 5 километров пробежали известные персонажи из фильмов и сказок. Клоуны, банщики, Снегурочка и многие другие. И кто бежит? А это бежит в костюме клоуна, победителя очередного забега! Без медалей на фестивале «Бега королева спорта» никто из участников не остался, каждый получил награду. Но это только начало. В этом году все желающие могут принять участие в акции «Самара в движении». На набережной будут организованы бесплатные занятия по фитнесу, йоге, другим видам спорта. Запланированы соревнования по пляжному футболу и волейболу, марафонский уикенд «Сокольи горы», день физкультурника. В августе состоится легкоатлетический марафон на Кубок главы города, крупнейшее спортивное событие Самары. Поэтому жителям города будет где проявить себя. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События.